в городе Новочебоксарск в эти дни, в субботу и воскресенье, будет задействовано 65 автобусов для перевозки пассажиров, горожан до кладбища. Это автобусы среднего и малого класса. А на территории города Чебоксары будет задействовано более 100 единиц техники. Будет организовано два маршрута. Это 30-й и 249-й. 30-й будет отправляться с территории ЖД вокзала через Карачуры в Яуши. А 249-й маршрут будет отправляться с территории разворотной площадки сквера Чапаева через Лапсары сразу в Яуши.